Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Здесь описан адхикар, квалификацию для того, чтобы заниматься практикой, описанной в 6 главе. То есть вот это йога-рудха, вторая ступень, для того, чтобы заниматься дхьяной. То есть здесь 6 глава говорит о практике дхьяна-йоги. И вся садана будет про дхьяна-йогу. И вот описывают, что вот человек должен быть вот таким, чтобы практиковать то, о чем будет говориться в 6 главе. Он полностью избавился от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. То есть у него уже есть высший вкус. Он, этот человек, уже не ищет, даже мысли нет о материальных каких-то вещах.